Хорошо, закрывай. Пойдем на три места сядем, и крючок скорее закрывай, чтобы кошка не зашла. Гули-гули, только голос не подавай. За мной потихоньку пройди, но туда спрячемся. Отсюда скорее наступай, туда нельзя наступать, кирпичи упадут. Тут можно сидеть будет. Вот так. Что-то никак не пойму. А, нет, не пригрелся. Что тут зацепилось-то так? Вроде бы нечего цеплять. Непонятно. Как будто проткнутое. О, это поворот был. Это я все нагородил, чтобы садиться можно было. Садись сюда. Тебе ближе, а я могу стоять. Да как-то неудобно мне сидеть-то. Там что-то где-то можно садиться. Подушку возьми себе. Да я постоял бы. Может быть, они сейчас сойдут еще. Утром, когда тихо, кормлю, они здесь высыпят все, 30 штук. А теперь, видишь, голос мой в Сахаре, все туда, в тот конец загибаются. Видишь, как крутится, это означает здоровый, сильный, ждет подругу. А вот тут маленькие, которые кормил их, и вот они здесь околачиваются, с ними еще 3. Два малыша, вот которые по-дальнему и ближние. Жарко, конечно, им тут. Ну, вода есть. На улице жарче. Видишь, какие коричневые голуби. Разные-разные. Главное, попрятались, никого нет. Нет, не дождаться. Пойдем, так будешь снимать. Вот они. Сделано для того, чтобы от мыши спрятаться. Мыши тут только могут так подняться сверху и прыгнуть. А это палочки, чтобы голуби они не видят. И могут попробовать удариться, крылья повредить. А палочку они видят. Вот тут как раз одной палочки и нету. Вот тут должна быть палочка, вот ее нету. Угу. Пока стой, я сейчас посмотрим, куда же она идет. Палочки все сбросил я на пол, ничего нет. Чтобы гнездо не было. В то время не заметил сразу. Гнездо мышам. Вот так. И так можешь смотреть. Видишь, как сидят. Вот она уже на гнездо умостилась.
гнезда. Каждому не меньше 30 килограмм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, двадцать восемь, двадцать четыре на трижды умножь на 30. Ну, 6,5. Ну, что 23. 150 килограмм. Так, а не Игорь, вон он сколько, видя отсюда. Вон он сколько. Вот и потаскал нынче, поэтому там я их попал. Другую мне снизу попали. Они уже третий раз не несутся. Конечно, какие красавцы. Который головку гонит на гнездо, чтобы она села. Ну-ка, давайте. Вот они как. Гули, 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 гули. Я на пол. То ли боятся, то ли еще. Вон сколько. Боятся. Вон какой коричневый, белый приголубил. Не знаю, как он перед ней, вон везде, как обихаживает. А этот один никого не найдет. Порода такая. Их выпустить, они летают, через голову переворачиваются вот так вот. Вон они такие. Я их поженил тут на простых белых голубях, они стали более устойчивы к морозу. Какие качества потеряли, а мне это не важно. Вот он пить пришел. Гляди. Семечки, если подавать, и постепенно можно приучить. Но это когда голод. Это птица свободная, все, выходим. Так, ну давай. Я не вижу, вон там на покосе еще черное такое. Видимо, крот вырыл. Там да, же, видно, наверное. Прибор положить.